Здравствуйте, друзья. Внимание. Ну что, заждались? Да. Вот они мы. Вы знаете, что мы здесь сегодня не просто так собрались, да? Сегодня день рождения у кого? У Лёлика. У Алексея Гурина. Дашка, ты в курсе, что я занимаюсь радиотехникой, Лёш? В курсе, что у тебя день рождения? Я хочу тебе подарить москвич. Старинный. Я тебя уменьшу как-нибудь. Я волшебник, это что? И ты в него сядешь и будешь гонять вместе с нами. Спасибо, Володя. День рождения, Лёлик! Братцы, спасибо, что пришли. В общем, у меня не то, чтобы там грандиозный праздник, просто поиграем в рок-н-ролл. Вот друзья приехали меня поздравить. Просто 27 лет сегодня. Да-да-да. Спасибо, что пришли. Ну, Володя объявит, и все. Володя объявит. Дорогие мои, нас приветствует сегодня первая, шикарная, легендарная группа «Луна 54». Поприветствуем! Ребята! Всем привет! Как уже сказали до нас, мы собрались здесь не просто так. Мы собрались поздравить Лёлика. Лёлик, братец, мы поздравляем тебя всем коллективом. Я не слышал аплодисментов. Будь счастлив и здоров! Спасибо, Дай! А мы поехали! Yeah.
Спасибо, чтобы так же легко нам всем по жизни бежалось. И потом немножко взлеталось. От земли оторваться нелегко, дураке и небеса чуть ближе. Мы летим выше края облаков, ночный путь нам освещает лица. Yeah.
Спасибо. А сейчас немножко приземлимся и посмотрим, как говорится, друг другу в глаза. Да. Поехали. Давайте аплодируем нашему барабанщику. И мне. Да, я же косячил. Спасибо. А следующая композиция называется «Мысли».
греться глазами, мысли текут как вода под ногами, и ты вместе с ними разгляд. Стройные мысли хорошие, добрые, строя цепочки логически стройные, но что-то не так. Шумим, да? Я закончил пить, но мой куплет
Спасибо, это была одна из наших последних композиций.
в этом году. Да, кто-то говорит крайне. Ну а сейчас прозвучит наша последняя самая композиция сегодняшнего вечера. Лёлик, еще раз с днем рождения! Давайте поаплодируем имениннику. Так легко. Поехали. Руки в кровь, не удержать тебя. Падай вместе. Снова вверх, снова на восток. Нам туда, там, где день встает. Мы будем вместе. Таир меня сегодня...
сегодня звонит мне и спрашивает, говорит, какой самый любимый запах у Лёлика? Я больше знаю, чем я даю ему. Я говорю, хорошо, давай мочи! Я возьму. Запах у него. Лёлик. Лёлик, ты где? Да здесь, я здесь. Давай, иди сюда. Тут мы... Давай! Это, как говорится, чтобы ты всегда пах. Короче, очень приятно. Маленький подарок, дай спасибо, Олег, что пришел. У нас 54 поклопы. Дорогие мои, маленькая пауза, конечно, но что я могу вам предложить в эту паузу? Черный принц поет. Нет, он молчит. У меня есть предложение другое, кстати. Маленький конкурс, хотите? У меня есть подарок. Сейчас я ему приду. Налобный фонарь. Ура! Ура! Рано ура! Что-то низковато. У Луны 54 забрал. У меня предложение. Кто расскажет самый веселый анекдот, получит фонарь. Желающие есть? Анекдот. Без мата, без веселый. Ну, активный, хотя бы один высидит и все. Ну, расскажите анекдот. Пока ребята готовятся. Что, мне начать что? Давай расскажу. О! Первый президент. Выглядит очень просто. Замечательное завтрашнее утро. Субботы. Зашторенные шторы во всех комнатах. Попугай сидит в клетке. Грустно сидит. И вот где-то в полдень просыпается хозяин. Или, наверное, в 2 часа дня. Встает в постели, проходит, так кряхтя мимо клетки, открывает шторы, снимает с попугая накидку, идет понятно куда. После этого, понятно, на кухню, открывает холодильник. Попугай только слышит, там пошуршало, здесь чпок открылся, здесь банка пива открылся. Попил. Проходит мимо назад, закрывает шторы, накидывает на попугая и идет опять ложиться спать. И все. И попугай из клетки. Ну охерительно день прошел. Ну у нас еще будут представители, я надеюсь. Или мне отдавать фонарь? Отдавать? Нет, давайте еще раз, а? Кто у нас еще? Смелый. Саня! Саня! Где Саня? А, другой, да? Ладно. Еще кто-нибудь анекдот? Один хотя бы, ну, друзья. Вперед! Жду вас. Можно про евреев? Я Мордвин, кстати. Про евреев можно. Ну, там про евреев были же, да, анекдоты, когда... Там Изя или кто там, да, Изя, да? Ты знаешь, говорит, я очень хорошо живу. У меня есть большая машина, большая квартира, большой дом. В общем, у меня все хорошо, а Изя. А второе имя какое, скажите мне, пожалуйста. Изя и кто еще? Мойша. Мойша ему отвечает, говорит. Слушай, Мойша, ну здорово, у тебя большая машина, большая квартира, ты здорово живешь. Я тебе даже немножко, наверное, завидую сейчас. Слушай, ты не мог бы поцеловать меня в руку? Ну, Изя говорит, а почему в руку? А Мыша говорит, ну ты же тоже издалека зашел-то. Ты забыл бабулу, что у него деньги хотел занять.
Да? Я никто забыл, наверное. Да, ну тоже издалека-то начал, да? Поцеловать-то надо было, наверное, в ручку, да? А потом подольше зайти-то куда-то там поглубже, да? Ничего плохого. Пришвин уже гитару готовит, я смотрю. Нет? Как оно? Все хорошо, я тебя в Индии видел. Ты там себя очень хорошо вел. Да, ты был там на Гуа, там здорово было тебе. Я не знаю, зачем сюда приехал. Женя, я тебя люблю. Можно я уйду за сцену? Спасибо. Сейчас. Где у нас еще один представитель? Девушка? Так, второй у нас немножко не удастся, девушка, я надеюсь, у вас все получится. Здравствуйте. Сидит девушка на лавочке, плачет. К ней подходит девочка маленькая и спрашивает: «А что ты плачешь? Меня никто не любит». «А ты точно у всех спросила?» Очень-очень философский анекдот, да. Так, и еще у нас... Легкий мужской. Кто такой холостяк? Хотелось бы спросить. Это мужчина, который делает все сам, не допуская проблем. Тоже философия. Так, у нас еще желающие будут? Фонарь у меня в руках. Желающие еще? Друзья, я отдам фонарь сейчас. Нет. Еще вот. Давай, попробуй. Вы мне расскажите, давайте так, вы кому готовы отдать фонарь? Первому человеку. Почему первому? Потому что вы закончили. Я не заканчивал, я только начал. Давайте. Давайте вам песню споем, да, и расскажу там. Жене споем что-нибудь. Женечка, пожалуйста. Я вас услышал. Спасибо большое. У нас конкурс анекдота. Желающие есть? Еще у нас. Нет. Первый человек, который озвучил анекдот. Где у нас? Поздравляю вас. Вам фонарь. С фонарейками. Можете прямо посмотреть. Спасибо большое. На самом деле, я бы с удовольствием пошел бы и поздравил бы. Ну, подарки, не отдарки, поэтому будем думать что-то другое. Спасибо большое! Я не специально, я первый раз в жизни. Так, ребята, минуточку готовности, и у нас будет следующая группа. Ребята сами представятся, они готовы. Сколько еще, ребят? Они чекнутся еще, поэтому отдыхаем пока, наливаем, развлекаемся и ждем. Спасибо.